Существует множество вещей, о которых мы не имеем и малейшего представления. То, что мы узнаем, не всегда для нас приятно. Казалось бы, лучше и не знать о некоторых вещах никогда. Сегодня мы рассмотрим факты, узнав о которых, возможно, изменится ваше отношение к привычным вещам. Средний матрас увеличивается в весе вдвое за 10 лет из-за накопления пылевых клещей и экскрементов. Вы знаете, что люди отличаются от шимпанзе лишь на одну хромосому. Но, как выясняется, есть более удивительное сходство. Люди делят 50% своего ДНК с обычным бананом. В кошачьих фекалиях находятся паразиты, контролирующие разум крыс. Они делают запах фекалий привлекательным для крыс, поэтому те буквально бегут навстречу своей смерти. Кармин – это распространенный пищевой краситель, который встречается в разнообразных конфетах и других продуктах с ароматом малины или клубники. Получают кармин из измельченных жучков шинили. Конфеты и машины покрывают одинаковым воском. По утверждению ученых, он абсолютно безвреден для здоровья. Человек в среднем съедает около 500 грамм насекомых в год, в основном вместе с другой едой. Удивительно, но запах человека, который только что съел банан, больше привлекает комаров.